Этот дед настолько медленно идет, что мне кажется, что он может по дороге от старости умереть. Воу-воу, дед, давай помедленнее, ты чё хочешь убиться нахрен? Тут вообще-то люди ходят. Ой, я не то нажал, сорян. Ай-яй-яй, извини, что краду твое драгоценное время, очевидно же, что ты торопишься. Воу-воу, ты почти дошел до пункта назначения. Давай, поднажми. И все, что ли? Где тебя нахер по дороге поломали? Ты умеешь делать массаж сердца? Кажется, у старика приступ. А, я понял. Этот мешок с песком не может на платформу забраться. Воу! Это было неожиданно. У него получилось! Ну чё, пошли? А где твой факел? Да что с вами, народ, не так-то сегодня? Одна ходит типа с факелом, но без факела, а второй ходит, как будто у него факел в жопе. Ай, давай. Ну, убейте его, кто ближе, а? Ужас. Папа, граната, все в порядке, я ее поймал. Не понял. Дед, он чё, по суше плавает? Ты чё, совсем с ума сошел на старости лет? Какого хера? Постой! Куда поплыл? Может, он просто густо пёрнул? Смотри, не утони, Даун. Да. А в воде ты, наверное, по дну ходишь. Ну ладно, есть у меня один способ. Называется он «Правление мозгов». Только ты не ёрзаешь, лобовок. Опа, присел на опу. Это уже знак. Стой так, не выныривай, я тебе контрольный дам. Все, на, угощайся. Бодрая вкусняшка, да? О боже мой, он встал на ноги! Аллилуйя! Наконец-то! Наконец-то я могу послать тебя нахер, и ты пойдешь туда пешком. Ну что, пошли попрыгаем немножко. Эти ребята читают мои мысли. Где обрыв? Мне нужно наполнить трусы адреналином. Что это за постепенный спуск? Не умеет пацан прыгать. Прыгаешь, блядь, я не успеваю раскрывать. Смотри на папу! Чего тебе? Ебать, у тебя голос. Тебе на радио надо с таким голосом. Что он делает? Что он делает? Привет, майор, до свидания. Куда ты смотришь, дебил? Что он делает? Не знаю, возможно, стуклеры так молятся. О, господи. У него на макушке аномалия. А, блин, вы же задание, точно. Все дело сдвинулось с мертвой. Что нахер? Это... Что? Я это точно вижу. Ты видишь его? Что? Где? Посмотри на этого мутака, где он? Я ему подарок отправляю. Он с невидимкой из автомата дерется, ты видишь? Ему подарок уже летит. Что, блин? Бей, быстро. Ах, вы уроды гнилые. Да что такое? Я тоже хочу вас бить, уроды. Так-то. Пищите, как шлюхи. Еще один. Не стой у меня на пути, еще как въебу этим древним девайсом. О, давай стреляй. Что такое? Что-то случилось? Мне кажется, я его задачу. Ох, это засранец. Как он это делает? На, сука. На секундочку. Ща я прицелюсь, сука. На, блин. Что за черная магия? Спонсор этого выпуска – магазин игровых ключей и аккаунтов «Масленка Стор». Низкие цены, гарантия и надежная техподдержка ждет тебя по ссылке в описании. Конь быстрый, я сытый. Главное, на дороге сосредоточиться, чтобы опять в реку не угодить. О, мне послышалось, ли здесь кто-то звал на помощь. Держитесь там! Рыцарь на белом коне уже в пути! Давай, белый ублюдок! Ты чё, сгорел, что ли? Но, выблядыш! Он даже не буксует, блин! Что?
Возможно, мне понадобится эвакуатор. Может, ему дыхалку раззарядить, может он... Нет. А, надо отойти, я придумал. Надо его позвать. Слышь ты! А ну подошел! А? Ты, блядь, шутишь. Стой, скотина! Куда... Лярва обостранная! Я тебе дам сейчас, стой! Ты у меня хапнешь, горе, стой! Тр! Никогда не смей убегать от меня, слышишь? Да нет, стой! Ты же знаешь, я строг с тобой, потому что люблю тебя! О, элитные повары. Что-то он делает. Сэр, вы промахиваетесь. Стол не здесь. Но вы поняли. Бля. О, кино начинается, друзья мои. Так, что-то у меня с управлением неладное. Так, нас везут в какой-то повозке. Непонятно пока что мне куда, но по ходу дела мы разберемся. А что это происходит? Что происходит? Меня везут в повозке или в космос запускают. Не спишь? Мне кажется, Лена перевернулась. О, господи, почему мне так везет на баги? Что это за дерьмо? Что это за конь под ЛСД? И это только начало игры. Спустись, сука, на землю. Если он сейчас обосрется, то весь Карим пострадает. Стоим. Стоим и ждем. Ждем, пока наш конь то ли догрызет это дерево, то ли трахнет его, я не знаю. Все, мое тело к вашим услугам. Поехали. О, бля, шибенка вот долбаная. Вот единственное, что? Я чувствую, скоро будет поворот. Единственное, что в этот раз я сядь дельфинов вообще не ощущаю. Все очень хуёво. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Ехал поезд запоздалый из последнего вагона. Охуенный вид, да, Игорь? А, теперь я знаю, каково какашки на жопном волоске. Это прям борьба за выживание. Да, но самый челлендж это где... Подожди, мне чисто интересно узнать, а если будет обрыв, и ты слетишь с обрыва, я буду тебя держать? Для этого нам нужен мост. Сейчас полетаем, только не здесь, здесь нельзя. Нам нужен мост, помнишь тот мост? А вот он, прям здесь. Это другое, но... Блин, хотя, мне кажется, я тупо на мост упаду и буду опять рельсы считать. Ну, давай проверим. Ну, давай, что ты крутишься? О, как удачно, блядь! Так. Проходим. Чё встали? А, нам тут прыгать надо. Ну ладно. Я-то прыгать умею. Давай резче, ты чё расчёты делаешь? Ой, ёбаный в рот, прыгай уже. Говно, капец тут думать надо. Взял и прыгнул. Да-да, братан, уже лечу. Я про пробел забыл. Это местный аналог бассейна. 15 FPS. Это что, шутка что ли была? Что это было сейчас? Бассейн прорисованный. Что это было? Это подгрузки какие-то конченые. Давай пропустим эту херню, пойдем дальше. Я иду. Так, куда ты идешь? Скажи честно, ты контуженный. Вертолет! А, что? Я был уверен, что это вертолёт. Дед, видишь, флешбеки вьетнамские, сука, ветеран, бля. О, я опять слышу винты этого говна. Вот чё, вернулся? Это свой летает. О, Тим, команда! Кто здесь есть поблизости? Иди сюда. Я. Иди сюда. Смотри прикол с этим стеклом. Ты чё? Гнида! Я еще и сдох! Даже парашют открыть не успел, я просто сориентироваться не успел. Я тоже найду такую стекляшку. Пол — это воздух. Марин, смотри, а это не бьется. Что за... Какой не бьется? Прыгни вот на это. Дуя дебил, что ли? Дурачка нашел, что ли?
Нет, оно в натуре, сука. Видишь, типа разбитое, но не разбитое. Нет, оно трескается, оно убьется потом, если... Да тут нет стекла, этого нет! А ничего не говорите, не благодарите меня. Просто возьмите деньги и собирайте вещи. Это все, что я хочу. Спасибо, я сказал, не благодари меня. Ух, ну, это было довольно эмоционально. Вау. Вау. У меня максимальная честь, пацаны. Я прокачал честь до упора. Охоли, я действительно старался помогать всем. Не без исключений, конечно, но по мере возможности. Вот бабка сидит, давайте ей поможем тоже. Хотя смысл, у меня и так честь максимальная. Горю! Сука! Горю! Пердак горит! Блять! Я умираю! Но умираю с честью! О, молодец, не фуфли мне тут, я знал, что ты так можешь. Опа, чуть не опрокинулись, ой, больно было бы. Ой, больно, сейчас кому-то будет! Зайка, у тебя какие-то проблемы с инерцией. Лол, а у него все нормально. Ты что, на матрас упал? О, наконец-то люди! Пусть я их и убью, но это же люди! Убивать своих приятнее. Воу-воу-воу! Шш, тихо. Редко его обидет. Черного дразнить свою жизнь не ценить. Смотрите, там что-то шумит. Вам однозначно надо пойти всем и проверить, что это. Я уверен, это что-то важное. Что-то ради чего вы должны... Воу-воу-воу-воу! Да я чё, сегодня вообще прозрачный, что ли? Могли и заметить, хотя я и не настаиваю, конечно, но все же. Воу! О, нет, я привлек... О, нет, нет! Тихо, тихо. Кушай, кушай, малыш, кушай. Я-то для тебя их берет, кушай. Ой-ой-ой-ой-ой, я тут постоять могу, все, я молчу. Хуйня ненасытная. Ты хули тормозишь, крути педали давай. Оу. Какие странные тропические фрукты здесь растут. Чё это? Чё это? Это чё? Меня стреляли? Мне плохо! Мне плохо! Мне заебись! Где? Что это за место? А! За что? Я тебя нихуя не... Non comprendo, mi scusi! Non com... Блядь! Привет, Сири! Как будет на бандитском? Я нихуя не понимаю! На немецком языке я нихуя не понимаю, будет «Ich verstehe nicht». «Ich verstehe nicht», блядь! Какого хуя это немецкий? Я сказал бандитский! «Ich verstehe nicht», блядь, ты меня понял? «Ich verstehe nicht», «Ich verstehe nicht», блядь! Все, остановили стадо глупцов. Ублюдок, не пачкай мне одежду. Ты не знаешь, как сложно в боевых условиях достать порошок. Вот, а наш танк. Я хочу в танк. Я... Таня, я... Сука, как же мне везет, а? Почему я везде всегда застреваю? Почему я такой непластичный? Мне кажется, или эти пальмы сосутся. Можно я не буду в этом участвовать? Меня девушка не поймет. Давай, пожалуйста. А, я... Все понятно. У меня только один выход. Все, больше к пальмам подходить не буду. Чтоб вас попугаи обосрали, уроды длинные. Что? Паяльник мне в топку. Просто чешуительная последняя контрольная точка. Сука, я опять попал в замкнутый круг. Выпустите меня отсюда. Нет. Давай, твою мать, приложи немножко усилий. Напряги свои орехи. Я устал. Пацаны. Пацаны, я здесь. Пацаны. Сделайте перекличку, дебилы, вы кого-то забыли. Пожалуй, я здесь ее и оставлю. Так, бойня Клименты.
и нам надо пробраться туда незаметно. Понятно. Дедуля уже на связи с космосом. Лол. Сигнал потерян. С вами все в порядке, сэр? Вам не нужна помощь? А, все нормально, я уже волноваться начал. Он просто ромашку хотел понюхать. У меня есть тактика. Надо подняться повыше и отстреливаться отсюда. Муа-ха-ха-ха, я гениален. А где вражина? Блин. Окей, я понял, это не нож. Сосед, ты чё там охуел, что ли? Блин, нет, ну... Да почему я застреваю везде? Хуля такой жирный уебан? Моя идеальная тактика утонула в жировых складках. А, улепётывай отсюда. Легкую мишень нашли, да? И большую, по-видимому. Откуда? Откуда? Не заебывай меня, съем твое сердце, пидор! Мне нужна смазка. Почему ты сраная рама не ломается, блин? Отпустите меня, мне уже нихера не весело. Пацаны, мы же одна команда. Мы же вместе учебку проходили. Не помните, там было что-то с застреванием в окнах? О, давай убей меня. Я задолбался уже тут стоять. У-у-у! Нихера себе! Стой! Чё, я уже освободился, больше стрелять не надо. Охереть. Как сложно жирным суицидникам, однако. Вообще не боюсь тебя. Да, кинь в меня еще кусок асфальта. Ведь чё, и все равно не боюсь. Я же знаю, что ты сюда не влезаешь, сука. Хоть ты жопой тресни. Натя, еще. Какого черта? Ты, блядь, что, додумался пригнуться, что ли? А, все, теперь выйти не можешь, там сдохнешь, тварь. На, бля. Здесь есть лучник. О, привет. Покинь это место. А, не, не хочу. Тебе нельзя сюда. Уходи. Да ладно, тебе можно. Не, не стреляй. Братан. Я уверен, у тебя еще есть стрела. Попытайся лучше при... Ну, почти. А по какому принципу, по каким критериям выбирают лучников? Просто ты вообще сосешь. Ого-го! Ребята, вы знали, что муравьи такие... такие... темноглазые? Ой-ой-ой-ой-ой. Я вижу белку. У нее есть орехи. А почему их до... А, это и другие орехи. Ой, кажется, я сломал их доп. Ну, гребаный экибастус. О, чтобы думать как дерево, я должен стать деревом. Это я имитирую ветер. О, я нашел еще один разлом. Впервые, когда я их увидел, я подумал, что это баг. И так обрадовался. А оказалось, что тут это норма. Эй, ты, нормально, нет? Ты чё вылупился, а? О, господи, у него и сзади глаза тоже. С этой стороны он похож на чебурашку с туннелями в ушах. А, сука, покемон! Уйди, я вас уже ненавижу. Ах, какие девушки! Какие глазки, какие ножки. Вот это что слева стопудов, проститутка. Ой, так и чешется кулак, ребята, я не смогу стоять. Ну, он такой не особо питательный, лучше мясо сожри. Но... Не, неплохо, неплохо. Я почти фуловый уже. Ну, мясо тоже съем. Где мясо? Что такое, блядь? Что такое? Что такое? Что за где? Хуйня? Спонтанный взрыв взорвался. Тю-пу-пуп, блядь, и нихуя здесь нету больше. Всё. Тут ничего абсолютно нет вообще. Да тут взрыв был только что. Не верю. Длинный такой. Ты пиздишь. Наркоман, ты что я ел? Я это сохраню. Я дерево погрызу. Что ты ел?
хули вы со своей зимой начали-то, а? Хули здесь так по-зимнему все? Блять, здесь, конечно, красиво, но можно мне побольше лета наебало, пожалуйста? Опа. У нас тут стелс образовался. Ребята. Патруль. Чё, кого? Патруль. Вижу. На счёт раз. На счёт, окей. Работаем по стелсу, пацаны. Мы тень в ночи, мы хер в плечи. Обожаю стелс! Херач, мразь, сука! Всё. Ребят, вы можете вести себя адекватно? Мы тут по стелсу играем или пищун дёргаем, блядь? Испортите мне весь стелс, быдлоиды неадекватные. О, идеальное место для того, чтобы накормить своих котиков. Кстати, сколько их там у меня? 37! Нихера себе я их понасобирал. Ладно, твари мелкие, давайте наружу. Не убегайте! Я же вас все равно хотел отпустить. Так. Ого-го. А ты моя бесстыжая. Молодец. Давно терпела, наверное. Закапывай. Вы сейчас здесь кушать будете. Жрать! Мне кажется, или вы как-то неправильно это делаете? Все. Черт, а вы как у меня оказались? Так, все, ребята, похавали, пора в путь. Хватит спать, пошли, не то будем простату лечить. Не дай бог вам повторить судьбу одного котика. Так, отойдите, капитан. Тут уже каждый сам за себя. Ой, а кто наши, кто ваши? Я что-то не пойму, мне в кого стрелять надо. Ой-ой-ой-ой-ой, картошка! Блин, кто противник? Вертолет наш? Кто вертушку заказывал? Ах ты, щука! Любишь в спину стрелять? Что ты делаешь? Вообще-то из РПГ стреляют. Мне кажется, он не знает, как этим пользоваться. Дикарь. Возможно, он думал, что это полено. Сейчас, смотри, я тебе создам два портала, бичара. В смысле? Да, конечно, нахуя мне тот портал? Вот сейчас зайди в мой портал. Ах ты, ублюдина. Сука. Я хотел поднимать, я понял, сделать, чтобы ты прыгнул, я там портал я сделал. Что? Я не понимаю, так, я вроде как заходил в свой портал. Хорошо, давай зайди в свой портал. Давай. Раз ты в мои не хочешь. Какой ты уёбок, блядь. Просто отъебись, да, я уже зайду туда. Ну тебе же тоже саму туда нужно. Ну я туда сейчас попаду быстро. Вот. Я попал сюда. Давай теперь ты прыгай сюда. Да ну нахуй, блядь, я так все быстро сделал, дайте в жопу. Вот это мы наполнили бардачок. Это, конечно, нам доставать и придется долго. Опа. Тихо, тихо. Тихо. Кажется, не получилось тихо пукнуть. Вам-бам-бам-бам, охота. Так. Давай еще немного. Медь Ванус! Я слышал, их так можно заваншотить. Блин, пожа... Минус, Игорь. На, бля, сумка, понял? И что, ты думаешь, я тебя воскрешу, что ли? Могу только на лицо сесть. Нет, забери с меня просто вещи. Вещи. 29.50 написано. Я возьму в основном твою одежду и оружие, хорошо, Игорь? Да, и вот эту флягу. Мясо, фляги. Игорь, подожди. Трусы обосраны. Мое тоже захвати. Свежим дерьмом. Так. Ну все, это можно... Зачем я дверной проем с собой носишь? Зачем ты дверной проем? Но, быстрее, Икар! Неси меня как ветер, Икар! Скачи так быстро, чтобы у меня жопа отбилась! Давай! Ха-ха-ха-ха! Какой же ты у меня молодец! На самом деле он пиздец какой ленивый. О, добрый день, родной! Как работа? Ого, сколько у тебя сена! Молодец! Ты сегодня А чё он его разбрасывает? Убежал отсюда! Дай мне инструмент.
Иди сегодня поработай за меня, ассасин. Симулянт хренов. Так, как этой штукой пользоваться? Весьма ожидаем. Стоп. Сейчас, пацаны, я сам. Смотрите на него, типа работает. Ах ты ж скотина, устал, да? Ты уволен, можешь написать жалобу. Давай лучше по-простому, не устраивай переполох. Оружие видит, оружие. Давай мне оружие, давай мне пушку, сука, я хочу пушку. Ты со степлером не справился. Бля, хочешь ладно. Пушку? Ну чё, я нажать не могу. А второй вариант, что там было написано? А, у кого останется пушка, что ли? Я стал у тебя, у нас будет жесткий, походу, конец, потому что ты, как бы, в основном принимаешь какое-то решение, типа, там, стволы и все такое. Ну, потому что твой персонаж мямля. Вообще пиздец, да. Не страшно. Сейчас зайдем по-взрослому. Я ствол. Меня тоже здесь выбить надо. Я жесток во всем, детка. Что это? Это ключ. Дерьмовый твой ключ какой-то. Опа-опа, меня палят. Да сколько вы здесь говнарей? Блин, тупик, что ли? О, подождите, сеньоры. Вжух, я телепортировался. А, стойте! Я телепортируюсь обратно. Магия. Чё, блядь? Это что было? Кто-то в меня стрелял? Хотя неважно. И так удобно. Можно полежать, подумать, поплакать. Пукнуть так, чтоб никто не услышал. О, дорожные конусы. Чего? Кто автор этих конусов? Подарите ему кружку с таким же верхом. Нелюдь. Пускай помучается. Что? Я стою на конусе? Лол, я стою на конусе. Кажется, я перекачал свои навыки паркурщика. Вжбан, вжбан, вжбан. Задание провалено, ой, напугали. Да я что-то пофанится. Сейчас я загружу сейф. Еще две пачки. Ладно, хватит тряхомуствовать, давайте нормально играть. Загрузились, вот, и как ни в чем не бывало. Эй, вы что здесь делаете? Походу, они меня ищут. Что это? Пацаны, давайте забудем старые обиды. Я все-таки в конце концов сейф загрузил. На улице тоже, смотрите, у этого паническая атака какая. Получай! Чувак, я в обход! Постереги его! Начинаем веселиться! Прикрывай! Ты покойник! Хана тебе, дядя! Ты покойник! Прикрой меня! Все, чувак, приплыл! Мэн, ты труп! Ты покойник! На, кушай! Кому адресованы все эти слова? Я же здесь. И даже дождик не помешает моему настроению. Что за хуйня? Что опять за дичь у меня на пути? Кто бабку искалечил? Эй, все нормально? Может, вам помочь? Вы выглядите так, словно у вас поясницу прихватило. Скорую я вызвать не могу, но у меня есть оружие. Так что вы скажите, если надоест мучиться. Ку-ку, бабка, сигнал. Какая же она ебанутая. Текаем отсюда, пацаны. Лиза, нужно ее освободить. Иди, следом. Да, давай. Я тут, погнали. Гоу. Да блин, вечно вы со своими правилами. Будь вежлив, не ешь с пола, не поджигай девушкам усы. Вот это свобода действий, я понимаю. Можно делать все, что угодно. О, хот-дожная. Хочу продавать хот-доги. Пф, говно вопрос.
Хот-доги! Хот-доги самые большие и самые мясистые. Немножко фирменных специй от нового повара. Картошка фри! Эй, и блатяй, иди картошку попробуй. Я продаю самую вредную картошку, поэтому отдай самое вкусное. На все не навались, а то ебало себе разорвешь. Нямки-нямки, вкусно, да? Да, вкусно, вкусно. Мой новый рецепт? Хотите попробовать? И если есть возможность, оставьте отзыв заранее, потому что я так вообще отзывов не соберу. Кстати, попробуйте нашего нового леща, очень вкусная рыба. Ох, я что, я забыл ее разморозить. Бррр, здесь кто-то есть. Чё орёшь? Эй, пожалуйста, вы должны мне помочь. Ради бога, чем? Кто-то вломился в наш дом, я ушел, но они схватили мою жену, пожалуйста. Успокойся, черный брат, я все улажу. Эй, отпустите ее! Блять, пень! Я иду, держись! Руки убрали с нее! Это лошадь! А! Сука, да что ж такое? Все нормально. Это никто не видел. Все. Заходим. Руки убрали, свиньи! Расплюнуть. Мэм, вы свободны. Вы в порядке? А, точно, веревки разрезать. Извините, я просто хотел для начала речь какую-то геройскую задвинуть. Ну, чтобы произвести впечатление первое и все такое. Куда ты ее кладешь? Здесь же огонь, долбоеб! Или ты, блядь, решил ее отжарить буквально? Что это, блядь, самый конченый герой. Загорелся, блядь, сам. Дом горит. Да-да, беги. Беги, там что-то случилось. Хакеры к этому всему не причастны. Тем более чернокожие. Это злые демоны машинами управляют и людей давят. Ой, ёбаный, вру, машина взорвалась. Слава богу, что полицейская. Но жаль, что пустая. Да это просто необъяснимо. Машина сама поехала. Чёрт разбери, что происходит на этой площадке. Защитники порядка запутаны. Какого хера? Это что за серфинг по траве? Что с ней происходит? Кажется, у нее проблемы с укрытием. Либо у нее бок чешется. Нужно спрятаться. Ищу укрытие. Займу укрытие. Ты плохо ищешь, офицер. Вон сзади кустик пушистый. Проваливай. Что за... Короче, все, что я понял, это то, что хреново, когда негде спрятаться. Так, куда он там пошел? Сейчас мы его обойдем. Хай, гнида, можно я и биту возьму? Эй, нет, дверь закрывается. Прикинь, уходи. Сейчас я тебе фокус покажу. Оп, смотри, видишь, я телепортнулся к другой двери. Ладно, успокойся. Хочешь спинку почешу немножко? Вот, ты чё, разозлился? Какая красивая улыбка у тебя. Тебе не говорили, что ты на Нагиева похож? Согласен, неудачное сравнение. Но вот ударил ты меня, сука, зря. Надо же, какие у меня уродливые ноги. Интересно, я могу их себе отрезать? Ух ты, дерево, растущее из камня. Вот это тяга к жизни. Это ж надо так хотеть жить. Хотел взять его на реакцию. Но он что-то вообще бревно. Да стой ты! Остынь, здоровяк! Вот так, сосулька, ты в моем плену. Эй, стой! Молодец, оставь камень, не надо мне лицо ломать. Сейчас перезаряжусь. Блять, а как я на камеру переключился? Черт. Погодите, он должен был уже разморозиться. Что за фигня? Что, он задумался, что ли? Эй! Очнись, твой камень давно на полу. Что за дерьмо?
Просыпайся, сейчас буром до ягодиц доберусь. Умирать тоже не хочет. О, наконец-то. Куриные корочки, то проще разморозить. Слышите? Слышите, что-то трескается. Хотите узнать, что это? А это мои запасы на зиму, друзья. Скажете, много? 2 часа работы. Блять, 20 кадров в секунду. Вот это жесть. Это мое сокровище. Я в них буду купаться, как Скрудж Макдак. Но для этого мне понадобится вышка. Бля, тут все, что хочешь есть. Батоны, аптечки, колбаса. Нет! Водяра! Нет! Так это что, получается, у меня водяра разбивается? Нет. Все, ребят, все нормально. Вопрос с водярой решен. О, у него пушка! Полиция! Смотрите, здесь преступник! Арестуйте его! А, он меня стреляет! Полиция, камон! Алло, петушары, помогите! Вы не думаете, что вам уже пора вмешаться, а? Как вам кофе, сука? Ничего, что я тут полуживой? Капец! Все самому делать! Порядок порядком, но обед по расписанию, так что ли? Вы просто отвратительны. Мэм, как вам кофе? Как кофе? Не горький? Я тут не сильно мешаю со своими пулевыми ранениями. Просто тут на меня напали, я немножко покричал. Я ваше боковое зрение не раздражаю? А, я понял. Пойти молча нахуй, окей. Эй, так, давайте посмотрим, кому еще какого дерьма доставить надо. Так, срочно. Доставка свежей пиццы? Питер Инглерт? 5 кг пиццы? Во время перевозки пиццы должны лежать ровно. Иначе ты доставишь полную мешанину. Кто, блядь, этот мудак? Ладно, возьмем, что носом воротить-то. Какая нахуй пицца, блядь? В каком-то дерьме у черта на куличках живет этот мудень. Еще и этот дождь, дерьмо. Грязь, блять, апокалипсис, сука, на улице этим гурманам уебанам пиццы вози. Мир в край ёбнулся. Пойди принеси, пиццу не переворачивай. Держи свою пиццу, ёбан. Приятного аппетита. Не сдавайся, братан. Лицо бей, сука! Послушайте, я в этом острове выживаю просто, блядь, меня все пытаются убить нахуй, вы можете меня поднять наконец же? Я хочу съебаться отсюда, все, я просто... Да, Тёма ищет консольную команду, нашел. Чтобы я... Тпхир и его никнейм. Тпхир, типа ко мне, понял. И его ник. Так, все, я спавню эту мразь. Пацаны, кажется, я сына потерял. Он увидел, что я с читами в майн гоняю. Все, я в безопасности. Ты пойдешь ко мне, пожалуйста, просто отсюда. Да погоди. Блять, надо же было такой, сука, конченый никнейм себе подобрать. Нет целей соответствующих. Что? У тебя с никнеймом вообще что-то ничего, не то. Все с ним, блядь, в порядке. Просто член. Я пишу точь в точь, просто член, но не работает. Попробуй R, типа, случайный игрок. Может, типа, ну, зарандомит тут, может, на Аркашу. Телепортировать нас рандомно, пока очередь до Аркаши не дойдет. Любопытно. Так, ближний, случайный, вы. Все сущности. S, вы, так, случайный, это R. Вот кто улетел. Что? Что? Я оказался тем случайным. Говно, что ты там построил? Охуело, блядь, спустись нахуй оттуда. А, там медведи. Лесные хуелы. Я просто моментом выйду и уйду, окей? О, ты чё так прискакал близко? Можно выйти? Какой неприятный голос. Как будто джигурду ударили. Чё вы делаете? Не-не-не, вы чё, по дну ходите?
Сука, сердце сжалось, прям как я по жизни. А, не надо меня есть. Я наизюмил в штаны. Хотя, я смотрю, у вас это особо и не получается. Чё, вода холодная, что ли? Слышь ты, Тефтель, ты затрахал мне в ухо орать. Я сейчас на шпагат сяду, ты охуй... И этот убежал. Уходи. Уходите, оставьте меня в покое, у меня дела там спас. Я уважаю природу, поэтому в свое оправдание я скажу, что они утонули у самого берега. Вот я смотрю на этих птиц и понимаю, что они прям как люди. Вот есть обычные птицы, а вот есть я. Птица, с которой все сложно. Такое ощущение, как будто он против ветра летит сейчас. Да, бля! На пару вопросиков, мистер падальщик, как вы это делаете? Эй! Клювожор! Он меня наебал. Уи! Целый водопой с птицами! Стойте, не разлетайтесь! О, фламинго! Стой, братан! Нет! Грозовый говнари, ну и съебывайте! Я просто хочу... О, вот это наглость. Извините, мистер, я тут не мешаю вам часом, нет? Смотрите на него, какой он наглый, а? Ему вообще все похуй, смотри. Смотрит, как будто он мне сотку занял. Уёбывай отсюда. Теперь это мой водопой. Я здесь самая крупная птица. Кшшт, съебался. Ему вообще все равно. О, люди. Разошлись! А кто разошлись? Твои полушария в голове, что ли? Шутка, минутка. Слушай, уёба, уже темнеет, я не сдам позицию. Ты съебешься отсюда или как? Ты это, сука, слышишь меня, э? У тебя достаточно длинная шея, чтобы засунуть твою голову тебе же в задницу. Ладно, я погорячился немножко. Стой тут сколько хочешь, мне все равно. О боже, какое несчастье, он утонул сам. Отвечаю. Я тебе помогу, Стуклер. Я как узнал, тебе помощь нужна. Сразу да, мне что-то как-то показалось, так что вам помощь нужна. Веди. Веду. А и зачем ты стреляешь в него? Как бы... Смысла в этом особого нет. Или ты думаешь, что он еще жив? Да, стреляй! Смотри, как он еще дергается! Молодец! В голову давай! Давай еще! Стреляй! Он еще жив! Какой к чертовой бабушке спокойно? Тут волноваться пора, суки! Что за сквозняк? Ребята, давайте я не буду с краю, хорошо? О, как штормит! Все нормально. Все в порядке? Да, да, сэр. Я всегда теряю сознание, когда мне страшно. Это стандартная ситуация. Скучать не приходится. Да я лучше бы поскучал немножко, знаешь. Меня эти уроды не веселят. А, что? Уже идут, что ли? Сами разбирайтесь. Удачного боя, суки, я съебываюсь. И ой, где мы? Я не знаю, где ты? Дрель? Ты чё, дрель нашел, что ли? Да, дрель. Да, зачем дрель. Тебе дрель? Чтоб ты ебало прострелить, ты себя видел. Ну а ты можешь, а ну попробуй. Мое ебало такое, но реально нуждается в ремонте. Какой охерительно правдоподобный кусок ебучего льда. У меня кнопки не назначаются. Да, кстати, а ну отойди, отойди. Издалека-то просто камень. Он ублюдок шпрыца, смотри на него. Нет. Убери фонарь! Убери фонарь! Убери фонарька, смотри! Это обычный камень! А если бы я ночью проходил и захотел бы лизнуть этот камень, как я часто человек, делаю. Человек, у меня это голубое месиво. Но, в принципе, как и ты. Блять, это активатор! Тут на входе ловушка и связка из трех гранат. Я хотел их взять, а я их и активировал, блядь. Нужно взломать замок. Иди.
Все такое приятное. Еще дверь. Взломаю ее. Это сложно взламывать? Блять, у меня шпилек мало, 17 штук. Нахуй, мало. Фу, открыл. А это выход. С другой стороны. Когда у твоего собеседника в скайпе проблемы со звуком? Перезвони нахуй! О, а я сюда не заходил, по-моему, еще. Опа, нате, здрасте. Ребят, вы чего делаете? Во-во-во-во! Я, кажется, запустил какой-то процесс. Мальчики, остановитесь! Эй, ты, дай ему выйти оттуда! Воу-воу! Он мутирует в рукожопа! Остановите это, пока он не начал ремонтировать наши охерительные дороги. Ах, я бессилен. И никто мне не поможет. Прямо никто. Никто, говорю. Ты отвратительный человек. О, мамонты! Такие огромные. Такие волосатые. И... Блядь, что с тобой? Давай серьезнее, чувак, это все-таки наше первое знакомство. Я надеюсь, вы дружелюбные твари. Какой у вас мех. Эй, не делай так ногой, слышь, я тебя сейчас постригу. Воу-воу, тихо. Эй, слышь ты, пастух, убери своих волосатых дебилов отсюда, а? Что, неприятно получать по башке от маленьких, да? Воу. Поплыл, называется. Я понимаю, что вылазка в люди для вас редкость, и вы хотите насладиться в полной мере этим красивым солнышком, но нельзя бы побыстрее шевелить своими карандашами. Спасибо, что вы здесь. Спасибо, что вы такой дебил. Что происходит? Какого лешего он убежал? Ну черт, нельзя же без него начинать. Вернись, не заставляй меня использовать активный пенис, встроенный в мою броню. Ну, спокойно. Я сейчас подойду и начну диалог. Пайпер, уйди, ты его напугаешь, он опять убежит. Ну, наконец-то, мать твою! Пенис активировать. А в этой части я еще не был. Давайте глянем, может, что-то найдем. А? Привет. На что смотрим? Вау, что это было? Это что за паркур? Не подходи ко мне. Он какой-то странный. Ты, блядь, такой крюк сделал, чтобы сесть на заднюю скамейку? Больной человек. Ты знаешь, мне пора. Быстро валим нахер отсюда. Идите нахер. Мужик, красава, красивый. Мне бы смелости не хватило. Дай пятюню. Потом дам. Охерительно малохольного-то за что? Если бы я знал, что другого отхерачат, я бы тоже что-то смелое сказал бы. Ты все? Малохольный точно все. Ладно. В трусах прохладно. Че зыришь? Типа вся такая плохая. Вас все равно не переплюнешь. Спасайся! Че толпоёб? Если мы сюда пойдем, то куда мы попадем? О, look this. This is look. Ага, отличный товар. Мари, стрелы. Беру. Пошли на кассу. Давайте проверим инструмент на прочность. Извини, ты был мне как брат. В смысле? Это... Ты вообще бобо не чувствуешь? Ты сдохни, ёба-боба! Перекур! Пауза! Где тут, сука, реализм? Я 4 стрелы ему в анфас ёбну!
Ладно, операция «Соколиный глаз» дала осечку. Переходим ко второму плану. Я сейчас просто подойду к нему и выстрелю в ебасос. Так, а почему я, собственно, лук достать не могу? Да, хватит меч теребить, дрочина, лук достань мне. Чё я тут должен... Расслабь анус, малыш, кажется, мой лук попал в аномалию. О, найс, он у меня, давай приступим. Можешь закрыть глаза, мне абсолютно по... Да блин! Это выглядит так, словно нитка хер натягивает. Похоже на древний метод борьбы с импотенцией. Ва-ва-ва. Это, кажется, Припять. Да. Шикарно. Сейчас будет немножко сталкера. Но сначала надо понюхать березу. Что за твою мать нахер? Что это за хер? Тьфу ты, гнида. Чё ты там делал? Муравьям задницы откусывал, что ли? Эй, ребят, ну вы выходите, нет, я как бы, мы ждем тут. Из-за вас эта херова музыка до сих пор играет. Эй, ребят. Алло. Здесь 3G не ловит. Проснулись все-таки. Стоят тут, роятся и облучаться, а потом на стены смотрят. Я тоже так когда-то делал, но тогда мне интернет отключали. К нам торговец и... Чё? Где торговец? Ой, это же не лопата. Чё? А у меня торговец покинул сессию, это нормально. А, он невидимка! Так. Это что за зелье мы приняли тут? Где твоя морда? Я хочу тебе ее начистить. Всё, он чикпукнулся. Сам или ты помог? Ну, я же люблю людям помогать. Кто мне дал аптечку? У меня аптечка... Я сегодня дежурный врач. На, бля. Ты сдалека с такого. Ничего удивительного, врачи тоже дрочат. Марина, нет еще аптечки? У меня тут... Не могу сейчас, извини. Не кидают, сука, этих, как их. Граната! Это наш, блин. О, ты, господи, меня чуть метеорит не убил. Сгинь! Что-то она у нас... Отлично, братан, спасибо. Подъехал поближе, чтобы взорваться рядом со мной. Охуенно, я еще и загорелся. О, сука, как я живой до сих пор! Да, я присоединяюсь. Вот он ты. Ха-ха-ха! Добро пожаловать, бля, в мир уборщика. Так, погоди, у меня был прибор. Ладно, один. Хорошо, что сделать? О! Это, короче, прибор, который определяет степень... Что? Это нос! Степень загрязненности. Пи-пи-пи-пи-пи! Трусы трехнедельные. Позавчера насрал в них. Подожди. Что? Тут пахнет женщиной. Все нормально, это моя карманная вагина. Эй, мистер Шпротер, давай следуй. Сейчас я тебе покажу, где здесь можно воды набрать и хуёв насосать. Эй. Так. Запомни эти важные вещи. Да ты посмотри, что без... происходит. Я не могу по предметам. Я на него наступал. Так и не ходи по предметам. Я летаю. Не ходи по предметам. Да, что я? Что? Присел. Я умер, придурок. Положи ведро. А сейчас тебе покажу, как переносить большое количество воды. Вот так вот. Сейчас еще. Это не как полые, что ли, получается? Но. Ты где? Не надо! Ты где? Стои, блядь, иди сюда, блядь. Какие-то... Я говорю, я не могу примерно подходить. Ты убьёшь сейчас, блядь. Я тебе там, мать свою. Пиздец, у меня псина ебаная. Сутулый шакал. Где ты, сука? Говорю. Как я умер? У меня просто пиздец. Да ты не ходи по предметам. Эти предметы нужно убрать. Я хочу убираться, я сюда пришел заниматься уборкой. Слушай, блядь, да поставь этот стул, ебаный, я тебе хочу объяснить. Скажи мне, если ты... Тебя что, блядь, тестом поебало ебануть, что ли? Если ты наступаешь на объект, у тебя... Прости, у тебя все в порядке, или ты улетаешь? Я улетаю немножко, но это потому, что я сегодня выпил чай с мухоморами. Это не связано с игрой. Не трогай мое дерьмо, оно не воняет. А как ты крутишь?
Это тебя ебать не должно. Но если что, это тебя ебать не должно. Да на левую кнопку мыши. На левую кнопку мыши, а вращать чем? Берешь, насаживаешь на ось и вращаешь. Я тебя уебал креслом. Я пиздец улетел сейчас. Я просто я на секунду моргнул. Давай, подходи, блядь. Так, нам сюда, да? Да, запретная зона. Понятно. Так, открыть. Ух ты, я хакнул замок. О, там женщина разоралась. Где моя подруга? Ее у тебя куда? Нет. Ой, ой. Я даже не знаю, как на этот шедевр отреагировать. Че вылупились? Можно подумать, когда новая колда выходит, у вас другая реакция. Опа. Что это такое? Мальчик зацепился попой за козырек. Твоя мама знает, чем ты занимаешься? Что ты там делаешь вообще? Спускайся. Или ты к птичьему говну приклеился? Ладно, сиськосос, я кое-что попробую, и я надеюсь, что Ютуб не воспримет это как насилие над детьми. Он от боли сел. Ладно, хер с тобой, мне кажется, тебе там нравится. О, а что там произошло? Да сколько можно? Я понял, что тебе не нравится. Все, успокойся. Ёб твою, это же чувак из нашей банды грачей. Ну чё, с ветки упал? Он чё, реально думал, что он птица? Это было хорошо, детка. Но мне нужен пенис. Ой, какой тяжелый рюкзак. Как сказал один авторитетный мужчина, если тебе тяжело что-то нести, представь, что ты это спиздил. Что это такое? Меня привязали к батарее, что-то за говно. Я понять не понимаю. Это что-то такое, как будто бы смотря что-то. У меня аргументы, это все. Спасибо, что придержали стрелу для меня. Вы очень любезны. Так, тут вроде две тушенки. Погодите-ка. А с каких пор у меня арбалет цвета ничего? Какой удобный, сука, прицел. Видно все, кроме прицела. Нихуя себе. Я в этой игре с прицелом хуже стреляю. Ай, братан. Зацени баг с арбалетом. Он у меня исчез тупо. Прикол, да? Спокойно, спокойно. Это была шутка. Нету на PlayStation багов. Успокойся. Это невозможно. Нету на PlayStation баг. Без глупостей, тумблер у них заложник. Не, сейчас подойдем поближе. Бери этого тумблер. Фас. Можешь на него насать, если понравится. Чистый заход. Красиво сработано, напарник. Я помню те деньки до падения бомб. Ты странный, бля. Честно говоря, не очень-то и хорошее было время. То есть тебя тут пытали, держали, это все, что тебя волнует, былые времена, ты странный. Узкий какой-то спектр эмоций у этого товарища. Смотрите на него. Ты застрял? Ты застрял. Может, мне не стоило тебя спасать, а? Ким тащит на своих плечах всю базу. Ладно, мы тут как бы герои, так что нам придется ему помочь. Смотри, чувак, у меня для тебя самый лучший выход из ситуации. Подходишь сюда, смотришь на меня и умираешь нахуй к ебеням! Не благодари за помощь. Тумблер, пошли. Штурман, здесь вход в поворот. Нормально. Да черти, нихера не нормально. Хотя и не самый худший поворот в моей жизни. О, это что за существо с иракезом? Ты чё, тварь, мне настроение портишь? Вообще-то я хотел ее просто ударить. Ну так даже круче, ёкаломана. Так, о, иди сюда. Скажи, акуна матата. Лара вообще красавчик. Правда, моется редко, но... А в остальном красавчик. О, походу мы куда-то пришли. У-ху, грязовые горки. Бля, здесь этот... Как... Машина бухло... Ягуар! Ягуар, пить ягуара! Ух, чё? Чё? Птица под стрелу попала. Брат!
беги, брат. Димон. Будь здоров. Будь здоров. А, спасибо. Что это было? Просто, что тебе не нравится? Ты хочешь поговорить на мужском языке? Не могу понять. Ты хочешь поговорить на мужском языке? Вы хотите трахнуться, как ты мужчина? Ты хочешь поговорить на мужском языке или что? Вы хотите побыть на мужском языке или что? Ты хочешь поговорить на мужском языке? Ты хочешь... Я хочу поговорить поставить головку на мужской язык. Ты не в теме, иди нахуй. Ты не в той игре, Марин. Так, я смотрю, вы хотите тут по-мужски поговорить, да. Сейчас насытим яички тестостероном. Давай, ты хотел поиграть в эту игру, сейчас я вступлю в этот гейм. Я ушел. Я могу на минус 12, ну, тонну... Где-то сила электричества. Обожаю щупать мужские жадности. Непонятно. Так трахаются орки. Твою вы такие! Какие вы придурки! Пошли, посмотрим, есть ли тут чем горло промочить. Нет, не уходите! Не оставляйте меня с этой тварью наедине! Он же еще не сдох! Посмотрите на него! Он еще дышит! Вы можете объяснить эту херню? Как такое вообще возможно? Схера ли он дышит? Эй, вставай, ёб твою мать, я знаю, ты притворяешься! Говна огрызок! Ладно, пускаем инструменты в дело. Сейчас мы проверим, насколько ты действительно мертвый. Ну нихуя себе ты настойчивый, братан! Как тебе такое, а? Так кто ты, мать твою? Ладно. Упс. А вот это получилось случайно. Ладно. Теперь я тебе верю. Вау, пацан, что с тобой? Что с тобой, пацан? Что за необоснованное паническое состояние? А, он походу мобилу потерял. Ну, со мной тоже так бывало, и я также переживал, я его понимаю. Мамка потом подзатыльник с вертухи впишет, если он не ответит. А, вот теперь я точно-то все понял. Он себе укрытие не мог найти. Ну, теперь-то он нашел идеально, и отсюда все видно, пиздец. Вся Припять открывается перед его взором. О, стойте-ка, он еще не успокоился. Поиски идеального укрытия продолжаются. Черт побери, да он уже напомнил меня. Это я, когда захожу на новую карту в КС. Ой, блин, опять с мокрыми колготками. Верблюжа, ко мне. Давай быстрее, Мухтар. Нам пора охотиться. Охота это для мужиков, для таких, как мы. Ну, плюс-минус. Нам нужна шкура, брат. Шкура, чтобы сделать себя сильнее. Так, тут и львы. Ого, тут много львов. Фух, ну ладно, это будет для меня испытание. Блядь, беги, братан! Испытание не пройдено! Беги оттуда, сука! Я тебя не знаю, короче! Под жопой конь, в сердце огонь! Скачи, дружок! Смотри, там подаль кто-то. Эй, привет! Оу, сколько здесь народу! Ты чё, блядь, там делаешь? Сейчас спускайся! Что здесь происходит? Опять наркоман. Солнышко, ты мое ясное, спускайся оттуда. Че это? Смотри на него. А, то у них тут битва такая, да? Ты охуел, что ли, битвы пропускать, дядя? А ну-ка, слезай оттуда, срака. Эх, кашу мало ел. Как мне его оттуда достать-то? Во-во-во, вы че, пацаны? Пиздец, какая эпичная битва. Слышь, полубог, а если я луком тебя потревожу, ты не соизволишь спуститься, а?
Ебнитесь, Марим, я как будто вообще тут нет. Я как будто его по спинке глажу. О! С возвращением с орбиты, космонавт. Смотрите, какой здоровый. Такой говнюк, если посрет, как птица в полете, то и шею сломать может. А здесь мы наконец-то нашли дом Кирилла. Но не все так просто. У этого мудака даже еды дома не было. Я ту кашу вообще не чувствую. Капец. Я собираю... Я сейчас ветками питаться буду. Протухшая кашица там. Я бы не стал это есть на твоем месте. Вот. Да, лучше не буду рисковать. Марин, ты где? Возьми хилки. Ух ты, смотри. Кирилл сам не знает, что у него тут есть. У него есть мясо здесь на самом деле. Это мясо для того, чтобы крокодайл разобрался. Отлично, отбираем корм у животных. Ну все, мы каши едим, а крокодил мясо. Охуенно, да. Бля. Ты реально спиздил мясо и ушел? Нахуй, я сейчас зажарю это мясо, сам заточу. Есть у тебя вот эти вот листья? Я сейчас рагу заебашу. О, женщина. Где? О, правда женщина. Женщина, не танцую. Женщина, я не танцую. Пора просыпаться. Хватит нюхать яйца. Давай разложим свои матрасики здесь. Прикинь, она проснется, тут два мужлана по бокам. Она точно бросит пить, отвечаю. У меня есть двуручный, как бы, да. Или могу тебе... Ептить, я просрал момент с жаждой, я теперь умираю. Чё теперь делать? Ладно, я пошел копать себе умиральную яму. Да есть ты ж вода где-то. А вы знаете, как умирают в этой игре от жажды? Мне тупо ноги оторвало по колено. Кстати, там фляга внизу возле кровати, там, где кровати есть, там есть фляга. Ты ебанутый? Ты немножко загорелся. Да я в курсе. Так, где центр? Где центр? Вот, вот где-то вот тут вот будет центр по-любому. Да, пойдет. И мы строим тут разные ловушки, да? Да. Для начала я вот, чтобы нам было проще ориентироваться, себе вот я сделаю центр. Это ты сразу привлечешь? Может, вышку какую-нибудь здесь построишь, тауэр? Не, я сделаю вот так вот. Центр. Да. Это как граница прям. Я ожидал больше. Здесь мы будем собираться и обсуждать насущные проблемы. Ладно, с центром разобрались. Ну, самые великие города начинались с малого, это нормально. Давайте откроем дружно всем классом вкладку ловушки. Поехали. Страницу ловушки. Открываем на странице ловушки. Да. Маленький, я думаю, ни к чему. Ёпты, сука, мимо меня птеродактиль пробежал. Так, ладно, эту ловушку для кроликов надо убрать. Ну как ее теперь убрать? Все, ее нет, она исчезнет, все. Отлично. Центр не уничтожьте. Если пропадет центр, будут все. Если пропадет центр, начнется городская паника. Я, короче, начинаю линию дикой обороны, все. Мне вообще идея такая, обвести по кругу вот этими штуками в несколько рядов. Ну поехали, поехали. Если сейчас кто-то все взорвет их разом, цепная меня стошнит. Реакция у нас. Я говорю, меня стошнит, я так их долго ставлю. Кто-то все четыре кинул. Кто-то все четыре кинул. Лишняя выскочила. Все, ложная паника. Сейчас я отгоню. Я думаю, если к Игорю сейчас подойти с бомбой в руках, то у него нервный тик начнет. Короче, второй ряд подальше, чтобы не задеть и второй сразу. Хотя бы так. Давай я сделаю. Не, вот еще давай, дальше. Смотри. Чтобы перепрыгивать можно было, смотри, вот. Мне пиздец, да? Итак, настройка. В моем пистолете 3 патрона. Если умрет старик, я отвечу на любой ваш вопрос о Роберте Норте. Если умрете вы, я отпущу старика на все 4 стороны. Я так и думал. Ну что ж, приступим? А, старик стопудово обосрался. Мои поздравления, старик, твоя смерть откладывается. А, не. 2. Удача снова на вашей стороне. Воу! Твою налево.
Это самый тупой, сука, антагонист из всех, что я когда-либо видел. Есть большой батя муравей. Вот что. Где? Ну где, вот где, он где, ходит. Где. Это обычный муравей. Нет, слепой, это большой ли? Муравей. Придурок сейчас забежит и, блядь, муравей. И побежит. Да, он огромный, он абсолютно огромный муравей, я в ахуе просто. С одного раза меня убил. Отойди от него. Я могу бросить его свое копье? Пожалуйста, давай набросимся на него все. Ладно, давай метить. Я не знаю, может у них срака слабая, как у человека. Что произошло? Что произошло? Как я себя уебал своим же копьем? Ты себя убил? Я не знаю как. Ты настолько неметкий, да? Любой опыт есть опыт. Ты себе в ногу. Ты чё, долбоёб? Я женщина. Ты как встал? Ты как пёс трёшься членом об землю? Не кидай, отойдите. Я сейчас буду кидать. Отойдите. Идиот, блядь. Что я делаю не так? Я за копьями. Ты что, ку-ку? Я за копьями. Придурок. Какой ты придурок? Ну, за копьями ты пошел, конечно. Я придурок. За тобой никто не пойдет. Ты трижды, кинув копье, убил два раза себя, один раз меня. Я придурок. Я виноват. Я вот замахиваюсь и кидаю. Вот, кинул. Я просрал копье. Идиот. Она умерла? Пожалуйста, да. Нет. Дайте ей яду, пожалуйста. Я не выдержу эту замечательную харизму. А, что это? Что это за... Вот это вот что? Что это за улыбка, как будто ей геморрой щекочет? Пожалуйста, не делай такое лицо. Я не понимаю твоих эмоций. О, бумага. Бумага здесь мне понадобится в любом случае. А это что? Вот этим будет посложнее потеряться, но я попробую. Чё за... Это чё за спецэффекты пошли, я не понял. Всё же хорошо было, хули началось? Кажется, у меня слишком дохуя чёрных полос впереди, ребята. Смотрите, в моём будущем сплошная чернота. О, хотя нет, тут довольно хорошо. О, люди! Это же спасатели, да? Они за нами пришли. О, вертушка! Эй, я тут! Забирайте меня скорее, пока у меня весь экран не почернел от этой херни. Уже спасать нас пришли. Блядь! Это не спасатели! Это не спасатели! Съёбывай, тузик! Сука, 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 сука! Что за обгон начался-то, а? Зигзагами! Зигзагами! Беги! Беги, сука, беги! Да-да-да-да, давай! Вводи ну этого дерева быстрее! О, можешь нас поздравить, собакин. Походу, мы весьма удачно удрали. Что это за постройки? Ты чё, ебанутый? Ты как это сделал? Ко мне! Шерсть, ко мне! Ты завис там? Не пугай меня. Он чё, сломался, ёбано? Как эта хуйня работает? Булет, я пошёл. Я тебя оставляю, слышишь? Походу, он ещё от Вьетнама не отошёл. Не-не-не-не, работай, сука! Булет, ко мне! Заткнись, мразь! Тут кто-то есть! Уйди! Хули ты здесь ходишь один в темноте, долбоёб, что ли? Бля-бля, если ты меня сейчас напугаешь, слышишь, сука, если ты меня сейчас напугаешь, я тебе тут всё обосру к чёртовой бабушке и на видео сниму это. Ни хера не видно. О, всё закончилось. И никакого скримера. Как плохо, потому что я всё равно обосрался. Опа, фотография. Лукас. Я тут вообще человека не вижу. Наверное, на фотке то, что осталось от Лукаса. Поэтому давайте не будем как Лукас и съебемся отсюда по-тихому. Походу, кто-то мизинцем об тумбочку ебался. Давай. Один упал. О, и второго снял. Эй, а куда это мы спешим? Никого вокруг не замечая.
И чё, ты даже не развернёшься, что ли? Ладно, у меня здесь есть холодный ножик, я бы его согрел немножко. Так почему я не могу тебя пырнуть? Да боже ж ты мой, у меня, наверное, очень короткие руки, как у блядского тираннозавра. Я, походу, до сосков своих даже достать не могу. Так, походу, это здесь. Невероятно, я что, сам догадался? Я чувствую, как моим мозгам тесно в голове. Угу, еще одно сложное задание со сканированием. Чего же мы ждем? Эй, что с тобой? Вася? О, что это было? Паралич лица в ноги уже дает, что ли? Или ты нам лыжника на асфальте показала? О боже, что с тобой, женщина? Убейся нахуй, пожалуйста. Я так и не понял, куда мы идем. Ты меня одел, с иголочки. Меня стали мужики подмигивать. Мы чё, продолжаем педомарафон и теперь стричься пришли? Побрейтесь или постригитесь. Не хочу я стричься. Тем более сбривать свои шикарные усы, ты чё? Это почти что максимально возможная длина усов в этой игре. Я не буду их сбривать, чувак. Я не хочу. Это все, что у меня есть. Я о них заботился, я их растил, я их глажу перед сном. Ты хочешь забрать мою последнюю маленькую радость? Обойдешься, цирюльник, не в этот раз. Мне похер, делай что хочешь, я не буду сбривать свои усы. Садитесь в карету. Так можно было, что ли? У-ху! Усы остаются в деле. Так. Аккуратно, главное в проем влезть с этими усами. У меня такие огромные усы, что я их сзади вижу уже. Да, как же здесь все-таки все дорого и солидно выглядит. Может, какую-то балку позолоченную спиздить, а? Hello? Я про балку пошутил, если чё. Или уже усы в кадр не влезают, в чем проблема? Вот, тут можно о проблеме сообщить. Пофиксите патчем проблему, пожалуйста. Очень не хочется усы сбривать. Нет, нет, нет! Фак! Стоп! Аккуратно. Эх, вроде никого не сбили. Хотя порой и хочется. Люди, не паникуем. Это был запланированный трюк. Охерительная реакция. И час не прошел. Ты прям как новости на плейграунде. А ёбывай, чё? Это моя карета. Мне надо резину поменять. Надо на пока лошадка. Воу-воу-воу. Джейкоб, малыш. Нельзя так делать. Ты мог кепку потерять. А если я потеряю дом, как я найду его? Да никак. В смысле, блядь, никак? Олега. Олега, работай, Олега. Я могу его толкать, прикинь. Олега? Да. Можешь вытолкать его. О, я его сейчас закопаю здесь где-нибудь. Сейчас я помогу тебе с этим. Пом-пом-пом-пом-пом. А где я? Вот нахрен. Умирай спокойно, блядь, что ты там шевелишься? Не понял. Так уж и быть, в этот раз ты отделался легко, дракоша. В следующий раз я придумаю что-нибудь поинтереснее. О, все, выход закрыт, понятно вам? Так, я вот это вот скину, нахрен. Я не пойму, что за... А! Пустите меня! Пустите! Пустите, блядь! Кто заделал? О, вот и наш дракончик. Давайте-ка сделаем, чтобы его было лучше видно. О, красавец какой! Рептилия ты наша крылатая! Сейчас, подожди, я подберусь к тебе поближе. Он у тебя. Кел. Древний свиток. А, да, у меня. Не беспокойся. Квалос. Да, Фалос. Время все у меня. От его прикосновения. Ща, моментус, я хочу свечу обновить. Это о, какой ты у нас вообще сурок. Ты что, меня поцеловать хочешь? Судьба. На, бля.
Гоблин. О, какие вы классные. Я хочу себе дракона домой. Земли в твоем распоряжении. Ты меня, конечно, извини, но мне кажется, что ты немножко несерьезный. Исполни свое. Как будто кура обнимает своего цыпленка. Отнеси свиток. Что ты делаешь? Я не могу отсюда выйти. Помогите кто-нибудь. Не мешкай. Да я их и хочу не мешкать, но я не могу. Он не пропустит. Не могу отсюда выбраться, блять. О, неужели? Сука. Старый шалун. Стой тут, не ходи за мной. Ты там и на мою жопу пялишься, чувырла. Смотри мне. А, нет, сумку пока менять не будем. А вот трусы и шапка ему к лицу. Жаль, с уточками не было. Я люблю уточек. Так. А, нет, не буду. Давайте посмотрим, что у нас там по заданиям. Уйди с глаз долой. Что? Меня от тебя тошнит. А, это потому что я черный? Секундочку. Вижу, у тебя поджилки трясутся. Да, да, да. Вот этой шмаре я сейчас всеку. А может, ей трусы не понравились? Я тебя сейчас вызову копов. Брось какая-то... Брат, а твои мотивы в чем, брат? Нет, я не буду на брата руку поднимать. Нет, брат, не заставляй меня. Ты черный только снаружи, брат. Я шарканул дерево! Во-во-во! И мне дали 2 очка. Мне надо почаще в деревья врезаться. Подожди, я тебя не вижу. Я приземлился. Сейчас опять исчезну. У меня здесь бандиты. Я опять сейчас телепортнусь к тебе. Все, я разобрался. Я опять под наркотой. Где ты? Я хер знает, где я. Я вообще не понимаю. А, вон, я тебя вижу. Ты выше. Ты упал. Иди сюда, я тебя подожду. Ну чё, пацан. Беги. Беги, ты свободен. Приехал, блин, смотри на него. Ты, блядь, охеревший совсем, животное его только что спас, нахуй. Как я его пропустил? Нужно с этим разобраться. О, их двое даже. Ладно, не будем поднимать шуму. Этого я хочу снять как хитман. Кинув ему тостер в ванну, хочется сказать, но нет, зарезав его ножом сзади. А, секундочку. Где ты, мать твою? Ты чё, в камне, что ли? О, здрасте. О, ни хрена себе! Бля! Его ничего не берет. Ладно. У меня тут есть немного взрывчатки, как бы, окей, да, понял, нет. Если уже и это не сработает, то я уже не знаю. В общем, мама, не жди меня. А-а-а! Быстро! Я его грохнул? Кажется, да. Я танцевал на твоей могиле, сука! Она вон дверь. Здесь я еще не был. Не вздумай меня сдать, членосос 3000. Чё? Там какая-то вечеринка. Ёлки и иголки. У тебя товарищ в борще тонет, помоги ему. Уйди, зубастый. Толку от вас здесь, как от мужских сосков. Я сейчас сам разберусь. Но, чё тут у нас? Неудачная попытка стриптиз танцевать? Если бы ты не лозил и не размахивал своей болгаркой, я бы тебя давно отсюда вытащил. О, успокоился. Эй, слышь, ты мне еще жопой в тарелку сядь, а? Аморал ебучий, на, бля, свободен. Звоните, решаю любые проблемы с застреванием в текстурах. Но за здоровье ваше не отвечаю. О, хот-доги, давно искал. А, правда, у меня жизни максимум. Да уйди, что хочет этот ублюдок от меня? Так, тачку, давайте тачку возьмем. Какого лешего? Ладно, я пешком пойду, но помни, ты нанес обиду на мое сердце. Давай, почти. О, неужели? Еще и повышение заработал? Неужели эта тварь упала? Авторитетный такой попался. Гони назад все мои стрелы. Столько в тебя вбухал. Да, патроны не вернешь, к сожалению. А ты че такой легкий стал?
прям какой-то плюшевый, и тебе доспехи вес прибавляли. Ха, с тобой так весело играть. И вертеть тебя сейчас на одном месте легко. Вау, 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 что это за божественная поза? Можно даже... Ой, нет, нельзя. Не дождешься. Может, даже ему и понравилось бы. На, я тебя за сиську максимум потрогаю, и все. А хули ты по встречке едешь, болван? А че он вспыхнул? Что с тобой? Неудачно закурил, что ли? Блять, еще и колесо мое задел. Эй, вы че мне звезду дали? Какого хрена? Вы не имеете права! Я на вас подам в сосуд! Беспредел какой-то! О, блядь, что за черт творится в этой стране? Я же просто врезался! Че тебе надо? А, руки вверх, на колени... Да не сяду я на колени, пошел ты, блядь! Ой, не отобьете вы у меня шапку-ушанку! Никогда! Брысь, кыш! Беги, Нико! Ось получится угнать. Опачки! Нет, не улетай, вертохрюндель! Эх, что у тебя здесь происходит? Какуля, какух. Мой верт съебался. Ладно, я ради себя даже броню оставлю. Я из нее 3 дня не выходил. Я уже научился через штанину отливать. Ты как ты заснул вообще? Мы стрелялись с тобой. А-а-а, я ему в пупок попал. Ему больно. Пройдет, отойди. Да не пролазит он. Он прям четенько, прям все нормально. Сейчас нет, проедем. Ты не проедешь. Нет, ты не проедешь, серьезно, давай так. Проедем, как через очко гея, даже стен не касаясь. Погоди, ты не дочинил. А, дочинил. Окей. Дочинил. Давай. Возьми левее. Я хочу тебя. Не, она прям вообще не хочет. Возьми через камни, возможно... Ну, тут физика своеобразная, возможно, серьезно, она уверен, проедет. Здесь, мне кажется, больше места. Вот здесь. Давай, пробуй сюда. Подожди, попробуй стой, не вот, посерединке вот, проехать. Вот. Дай, как ты эти камни проедешь быстро. Не знаю. Блять. Что, блять? Что? То есть, пока все твои солдаты сражаются со мной, ты стоял тут в кресле, да? Тебе тяжело, да? Тяжело двигаться. Но стоит мне только развернуться, и вы сразу начинаете стрелять в спину. Да я смотрю, ты вообще ждешь идеального момента, хуирыга. Все вы, уроды, одинаковые. Так, кому я сейчас нужен? Эй, амиго, я так рад, что ты позвонил. У меня как раз свободная минутка. Я не знал, кому сбросить трубку. Вечно какой-то мудак тебе ритуал испортит. Ох, Африка, Африка. Что с нами стало?